Врачи-ортопеды говорят, пассажиры и водители, не пристегнутые ремнями безопасности, при аварии могут получить очень серьезные травмы грудной клетки, различных отделов позвоночника, больших сегментов ног. «Пристегнусь, когда поеду», считают многие водители, но немногие из них задумываются о том, что опасное столкновение может подстерегать в самом начале пути, когда пристегнуться вы еще не успели. Вы, конечно, можете ехать и на минимальной скорости, но вы не знаете, что через 2 минуты кто-то едет на очень максимальной скорости, и плюс ваша скорость, вы получите достаточно серьезную травму, если не будете пристегнуты ремнями. По статистике, те, кто были пристегнуты ремнями, они обезопасили себя практически на 70% от тяжелых травм. Человек, вес которого составляет 75 килограмм, при столкновении подвергается нагрузке в 3 тонны. Если столкновение произошло за городом при скорости 80 км в час, то сила инерции, воздействующая на человека, достигает 9 тонн. Использование ремней безопасности позволяет уменьшить риск гибели при лобовом столкновении в 2,3 раза, при боковом – в 1,8 раз, при опрокидывании автомобиля – в 5 раз. Особенно это касается всех детей. Вы несете основную ответственность за своих детей, которые должны быть пристегнуты, потому что травма ребенка, едущего на коленях, она просто непоправима, она будет связана с разрывом спинного мозга. Согласно исследованиям, применение ремней безопасности снижает риск гибели при ДТП водителей и пассажиров переднего сидения на 40-50%, а пассажиров заднего сидения на 25%.